Здравствуйте, меня зовут Лора, мой канал Лорочка Щет. Сегодня я вам показываю обработку, которую я делала бахрому, и я применила этот декор в крое. Такая шерстяная ткань у меня и сочетание с кожей, так как бантик обработан кожей, и также манжет, рукава с бахромой. Вот такой, такая бахрома, очень красиво. Обработка очень простая, так как собрать уже оставалось очень просто и быстро, но наша бахрома, посмотрите, какая прекрасная бахрома, потрясающий вид, видите, как она падает красиво, очень красиво, и эта бахрома просто великолепная, и я очень-очень довольна этой обработкой. Посмотрите, какая здесь обработочка, очень этот настроченный кантик, то есть вот эта вот нить, настроченная в 20 раз, очень красиво обработана. Здесь по кругу, по горловине, по пройме, вокруг проймы прострочено. Здесь также само прострочено по этой бахроме. Вот видите, какая обработочка, очень аккуратно. И я еще раз повторяю, что это нить 20 нитей. Из той нити, которой вы строчите ткань. И вы складываете, это 40-ка нить, и вы складываете в 20 раз и зигзагом крепите вот такую потрясающую идею и потрясающий творческий такой дизайн. И бант очень выглядит потрясающе, прекрасно. Мне так нравится этот воздушный бант, он обработан кожей и очень, очень красиво. Обработана горловинка также бахромой, но я не делала здесь, не добавляла зеленый. Но если захочется мне добавить, я могу добавить, но это лишнее. И также сама манжет очень красиво. Я здесь сделала манжет потрясающий, такой, такая же обработочка. Также нить, но длина бахромы здесь 9 сантиметров. Здесь ширина бахромы 4 сантиметра. Сейчас здесь по мере, я уже не помню, 4, 8. С каждой стороны по 4, то есть 8. А вот это вот на рукаве очень красивый такой дизайн. Мне очень нравится, удлиняет рукав и потрясающая идея. Стильно, красиво, модно, так как в этом году очень модно серый цвет. И я этот серый цвет немножко освежила салатовым, добавила салатовый, и это такая авторская работа, неповторимая, так как такого изделия не будет ни у кого. И крой этой кофточки, такой полуприлегающий, не сильно она прилегающая, и то, что у меня было с остатка, я сделала вот такой крой и пустила такой декор из бахромы. И я вам на предыдущих уроках показывала, как изготавливать бахрому из бобинной нити. Очень просто и легко, но нужно больше времени уделять на эту бахрому. Но в итог это потрясающе. И покажу изнаночную сторону. С изнанки очень просто и легко здесь собрано. Плечо собрано на оверлоке, вот оверлок, боковые швы также на оверлоке, манжет соединен с основой, также на оверлоке, и здесь по середине полочки идет пришита бахрома. Бант прикреплен зигзагом, закрепочками такими, больше только в двух местах, больше я не делала закрепок, и это потрясающее. Обработка с бахромой кофточки, такой очень интересный дизайн получился, моделька потрясающая, крой также сам. Я на следующем уроке вам покажу уже готовое изделие и на мне померяю, и вы увидите, как оно выглядит необычно, очень гламурно, стильно и потрясающе. Такой прекрасный дизайн, подход, что каждый кусочек я сохранила. У меня было вот столько кусочек кожи остался у меня. Я, по-моему, сумку делала. 14 сантиметров осталось. И я решила, что сочетаю, так как я уже бант сделала, и я сделаю манжет, чтобы оно было в сочетании и очень все гармонировало. Результат очень-очень прекрасный. Посмотрите, как эта бахрома падает. Она очень создает такую вот красивую, стильную. Посмотрите, как красиво оно падает, как красиво эта вся бахрома просто играет, и эта кофточка великолепна. Потрясающий дизайн, я очень довольна этой работой. Я с вами сердечно поделилась технологией обработки этой кофточки,
И вы можете сделать так же, как я. Делайте, как я, делайте вместе со мной. Я очень-очень довольна и с вами сердечно-сердечно поделилась технологией этой обработки с бахромой. И этот манжет тоже очень потрясающе, этот салатовый цвет освежает и такую дает красочность и яркость этому серому оттенку. Так как я уже говорила, что оттенок этот очень модный серый в этом году, и я решила, что будет потрясающая такая кофточка осенняя, зимняя, и вы можете сделать так же, как и я. Если вам это видео нравится, ставьте лайки, не забывайте подписываться на мой канал Лорочка Шьет, сохраняйте свою творческую копилочку, это видео, оно вам всегда пригодится, так как, чтобы вы потом не искали, не затерялось. И я очень-очень благодарна за ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши подписки. Очень-очень благодарна, что вы со мной. Делайте, как я, делайте вместе со мной. Желаю вам творческого вдохновения, делайте такие прекрасные себе кофточки с этой бахромой. И эту бахрому вы можете также применить в готовом изделии и легко и быстро это сделать. Неповторимый творческий такой дизайн, такую прекрасную модель из любого изделия, из любого кусочка ткани вы можете вот так сочетать красиво те оттенки, которые вам нравятся. И желаю вам всего самого наилучшего. И пробуйте, у вас все получится, так как это сделать несложно. Вы посмотрите несколько раз видео, и у вас все получится. И я вам желаю творческого настроения, хорошего настроения, творческого вдохновения. Желаю вам самого хорошего настроения, мира во всем мире. И всем пока-пока. Всех благ.